International Zoom Theater представляет мировую премьеру «АХВ. Лабиринты или остров лжецов». Комическая драма 1967 года Анри Волоконского и Алексея Хвастенко. Действующие лица и исполнители: в роли Миноса царя Крита Ирина Бровина, в роли Посейфоне жены Миноса царицы Крита Игорь Сатановский, в ролях слепых старцев советников Миноса Тирс Сергей Пахомов, аэт Алексей Батысов, в роли Дедала строители лабиринта Людмила Дребнева, в роли Кара сына Дедала Стефан Ракович, в роли Ариадны дочери Миноса и Пансифая Луиза Кута, в роли Тесея герой Зафин. Займемся. О, великий царь, дай мне корабль. Что это за такое новое государственное дело? Корабль. Зачем ему корабль? А, Эд? Ты же обещал мне корабль, о, великий царь. Тирс, мы что, обещали ему корабль? Не вижу в корабле никакой государственной необходимости. Дедал, ты видишь? Он не видит. А ты, мой певец, видишь? Нет, Минос, не вижу. Птиц я в ветвях, больших деревьев не вижу. Птиц я в ветвях. Среди деревьев и твари пернатые высоко летят туда, где прежде не были. Летят они. Нет, Минос, не вижу. Да ты посмотри на них. Они же собственного носа не видят. Когда ты заведешь себе зрячих советников, о, великий царь? Дедал, ты такой искусный мастер, а до сих пор не уразумел, что утрата одного чувства ведет за собой крайнее обострение всех прочих. Не отвлекай меня, не заставляй меня толковать. Мы же должны заниматься государственными делами. Правильно, Минос. Истина? Пусть ответит. Он же обещал тебе лабиринт. Отвечай, Дедал. Да-да, ответь. Я спрашиваю. Ты тоже мне обещал, о, великий царь. Обещал, обещал. Где обещанное? Минос, это ж чистое вымогательство. Прямая торговля. Великий царь, благодаря моему искусному мастерству, моему талантливому умению и силой моего технического гения, твой остров превратился в неприступный редут. Сплошная стена окружает его, он на замке. Башни, бойницы, контрфорсы, арсеналы, аргбутаны и земляные укрепления. Все наглухо заделано, задраено, просмолено, забито, проконопачено и механизировано. Даже птица не пролетит на Крит без нашего ведома. Меркурий мне свидетель. Чего тебе еще надо? О, великий царь, дай мне корабль. Тем не менее, кое-какие проблемы остались еще нерешенными. Проклятые вопросы. Отвечай на вопросы, Дедал. О, Меркурий,
Напрасно ты призываешь в свидетели это непрямодушное божество, Дедал. Нас ты не проведешь. Нас не проведешь. Их не проведешь. Нас не обманешь. Ответь-ка царю, Дедал. Ты ему что обещал? Ему давно обещал. Все, что я обещал, я выполнил. Так где же он? Где? 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 Что где? И лабиринт. Он тебя спрашивает. Где лабиринт? Где лабиринт? Спроси его, где лабиринт? Здесь. Как это? Здесь. Тут. А что же значит тут? Тут или здесь? Здесь, в твоем дворце, великий царь. Тут, вот. Икар, подойди. Вот твой лабиринт. Наш лабиринт. Он говорит, это наш лабиринт. Посмотрим. Посмотрим. Посмотри, Минос. Смотри, Минос. Чтобы он не сбил тебя с толку. Что это значит, Дедал? Это план лабиринта. Опять план? Очередной проект? Нет. Это план действующего лабиринта. Минос, хочешь, я покажу, как он действует? Я надеюсь. Икар, разверни. Что это? Это план лабиринта. Неужели это правда? Так посмотри, посмотри, Минос. Смотрю. И как он у тебя действует? Отойди, Икар. О, великий царь, перед тобой план лабиринта, величайшего из действующих лабиринтов, хитрейшего, эффективнейшего, наиболее запутанного и перепутанного. Его ходы, коридоры и лазы, его тупики, колодцы и пещеры, его обвалы, завалы, волчьи ямы, его силки, капканы и западни не имеют себе равных. Обман в нем стоит на обмане. Это такой лабиринт, из которого не только выбраться, но и проникнуть в него, по сути дела, просто невозможно. Такой удивительный лабиринт. А как нам в этом убедиться? Убеди нас, Дедал. Ну, ты можешь убедиться, можешь. Заключи себя мысленно в любую из пещер. Но покинь свой трон, великий царь. Поставь себя сюда. Нет, я, пожалуй, распоряжусь иначе. А вот так. Но здесь бездонный колодец. Тогда здесь. А это каменный мешок. Ладно. Я помещу себя сюда, здесь. Ты здесь, великий царь. Куда же ты теперь пойдешь? Я иду сюда. Тут глухая стена. Тогда сюда. И здесь другая стена. Хорошо. Иду назад. Так. Теперь направо. Замечательно. Двигаюсь по пунктирной линии. Великолепно.
и попадаю... Ты попадаешь в медвежий капкан. Хорошо. Начнем сначала. Вернись в исходную точку. Вернулся и иду. Сюда? Иду теперь сюда. Дальше? Дальше вступаю в этот заштрихованный круг и... Попадаешь в яму с нечистотами. Я обойду ее слева. И наткнешься на отравленный кол. Увы. Увы. Да тут уж у тебя лестница. Обманная. Думаешь, что поднимаешься, а сам опускаешься прямо на кол. Увы. Я даже не знаю, что теперь делать. Никто не знает. А он? И... Да, и ты не знаешь. Никто не знает. А где же чудовище? Никто не знает. Кто же тогда знает, если ты не знаешь? И я не знаю. Я окружил его со всех сторон. В каком смысле? Я окружил его со всех сторон. Я принял Минотавра за исходную точку. Я положил, что он в центре проблемы. А затем я стал окружать его всевозможными ловушками, гонять из одной в другую, с другой дальше и так далее. Так что, может, он уже и не в центре? В известном смысле он всегда в центре. Дай мне корабль. Корабль, корабль. Где я возьму тебе корабль? Корабли сожжены. Я сам построю его в два счета. Он будет здесь в два счета. Строительство кораблей противоречит государственной безопасности. Ты уже докладывал. Уйди, Пасифая. Не мешай нашим государственным делам. Он здесь. Он уже входит в гавань. Корабль? Ты говоришь корабль? Корабль, 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 корабль. Это, наверное, корабль... Корабль, корабль, корабль. Мы же пригласили героя из Афин. Действительно, это, наверное, он. Пойди, Пасифая, приготовься к торжественной встрече. Корабль! Корабль! Я вижу корабль! Отец, это за мной! Уйди, Ариадна. Это Тесей из Афин. Знаменитый герой. Он будет сражаться с Минотавром. Уйди, Ариадна. Приготовь себя к торжественной встрече с чудовищем. С героем. Да-да, с героем. Приготовь себя к торжественной встрече. Я готова. Уйди, Ариадна. Я ухожу. Я хочу, наконец, увидеть героя. Хорошо, Дедал. Твой план мне нравится. Приколи его над нашим царским местом, как символ нашей полнейшей государственной безопасности.
А вы приспрафьте церемонию встречи. Распорядитесь устроить церемонию встречи. Насчет корабля? Вы понимаете, мой дорогой Дедал, мой любимый, мой изобретательный мастер, ты один меня понимаешь. О, мой Дедал, пойдем и мы, поглядим на героя, пусть Икар приколотит. Останься здесь, Икар, ты слышал? Займись планом. Злая судьба. Герой. Подвиг. Чудовище. Встань туда. Пройди сюда. Заключи себя. Это. Западня. Корабль. Сплошной обман. Гусь на гусе. Герой на герой. Неверность. Любимых. Предательство. Отцы и дети. Мужья и жены. Минотавр. Обман. Строится на обмане. О, жестокая Арианна. Жестокосердная Арианна, чудовище, чудовищная бессердечность. Приготовь себе к встрече, я всегда готова. Отключен микрофон. Я готова. Ты готова? Ты всегда готова изменить. Ты забыла о нашей клятве. Много ли стоят детские клятвы? Мы уже давно не дети. Ты еще дитя. Я не дитя. Я вызову его на поединок. Я запрещаю тебе даже думать об этом. Ты обещал, ты клялся. Уйди. Мы встречаем героя. Приветствую тебя, Минос, великий царь Верхнего, Нижнего, Единого и Всеобщего Крита, твоей прекрасной столицы. Привет тебе, герой! Привет тебе, Тесей!
Я вот-вот полечу. Дело за немногим. Несколько хороших маховых перьев, и я полечу. Улечу. Покину этот милый островок, неприступную крепость. Я уже давно заслужил корабль из чистого золота. Но от него дождешься. Ха! Великий царь! Выдумал Минотавра. Тоже проблема для мыслящего человека. Чудовище! Ха! Привет, мастер. Вот наказание Божье. Я перерыл ему всю почву. Все недра острова я превратил в сплошной лабиринт. Кротовая нора, а не остров. Отец! Отец, жестокая Ариана! Термитник, муравейник, обман на обмане! Он мочится! Она меня обманывает! Он меня обманывает! Они меня за нос водят! Конец! Ему конец! Чего ты разорался? Никому нельзя верить. Хм, верить. Ничего, сынок. Мы улетим. Улетим отсюда. Просто упорхнем. Говорящие птички. Говорящие птички. Говорящие птички. На голос идут знатока. Покинуть ты рощи, поля пустели, жилище веселых щеглов, арендуй теперь. Мы пронесемся с тобой, как два орла. Я люблю ее. Ох. Спокойней, мой мальчик. Это подействует. Расправь крылья. Она бездушна. Руки, руки, растопырь! Я не поверил своим ушам. Напряги, как следует, торс. Я люблю ее. Постой немного. Мы летим. Мы вот-вот полетим. Я лечу к ней. Стой, стой не с места! О, что я вижу? У тебя выросли крылья. Пора жениться. Улетим и оставим их с носом. А как же клюв? Ха, опять наклюкался. Курочка по зернышку клюет. Лететь задумал. А как же престарелый отец? Оставишь на мое попечение? Он тоже летит. Мы все вместе летим.
ее с собой заберем. Кого? Ариану. О, да ты с ума сошел, что ли? У нас только две пары крыльев. Понимаешь? Только две пары крыльев, Икар. Ты сделаешь еще одну? Ха, да я и так уж всех птиц на острове ощипал. Дедал, а как же орел? Вот обдери государственного орла. У него в гербе одни рога. Нет, нет, нет. Об этом не может быть и речи. Летим, Икар, летим немедленно. Не хочу, не могу. Не буду. Летим, летим, летим. Не полечу. Я сам сражусь с Минотавром. Я буду героем. Я убью его. Лавры победы не достанутся этому афинскому проходимцу. Я лечу. Дедал, ты не замечаешь, что у твоего орла... Твой орел по уши влюблен. На некоторых это действует как вино. Он пьян от любви. Сам ты пьяница. Он вернется очень скоро. И мы полетим. Входит Тесей с ним, советники. О, победитель чудовищ! О, истребитель, ты находишься перед входом в лабиринт, в одном из наиболее достопримечательных мест нашего исторического острова. Именно здесь, впрочем, где-то здесь должен быть его творец и создатель. Дедал! Дедал, отзовись! Я здесь. Тесей, вот Дедал. Эта достопримечательность создана всецело его руками. Я только что видел Икара с крыльями. А в чем дело? Да не может быть. Тебе померещилось, о великий царь. Нет, я видел. Мы видели. Пасифая, ты видела? Я видела. Он летел, как ястреб, как молодой бог. Он парил, он мчался, как ветер. Он возносился, как туча. Он заслонял собой солнце. Прекрати, перестань. Да вот же он! О, как сверкают его белоснежные крылья! Смотрите, смотрите! Что такое? Действительно, что-то летит. Ха-ха. Что летит? Ничего не вижу. Птица? Как он великолепно парит. Ничего не вижу. Пасифая. Герой, а ты видишь? Что там летит? Это воробей. Не может быть. Здесь прежде водились вороны. И цапли. И ибисы. И павлины. Припоминаю павлинов. И сов. А не знамень ли и это? Да, это же хорошо известная... Критская утка. Сизиф, почему ты здесь? Что тебе наказали боги? О, Сизиф, не уходи. Лети за ним следом. Возвращайся скорее. Дайте зрительную трубу. Я желаю убедиться. Дай мне. О, летит, машет крыльями, парит, ловко, недурно. Какой вираж,
Но что это? Как это у него здорово получается. Посмотри, герой, как летают наши орлы. Это воробей. Ты не туда смотришь. Молодец, Икар. Какой сюрприз. Куда же он летит, Дедала? Далеко залетел. О, что это? Он падает? Он падает. Певец! Прочь! Отойдите, я вижу! Он падает! О, боги несчастные! Это конец. Твой сын утонул. Посмотри. Горе мне, горе. Мой единственный сын. Не плачь, Дедал. Я сам закрою ему глаза. Я согрею тебя. И я сейчас согрею тебя. Дай я закрою твои глаза. Мой бедный Дедал. Кто закроет мои глаза? Кто? Мой бедный возлюбленный мастер. О, моя ласточка. Рыбка моя, мой хороший. Мой любимый, мой ненаглядный. И ты, мое немеркнущее светило, дай я согрею тебя. Я согрею твою одинокую старость, мой маленький. Деточка моя. Уйди, Пасифая. Нет, я не покину тебя, мой Дедал. Никогда, никогда не покину тебя. Никогда. Какое знамение? Что это значит? Знак свыше. Мы остановились перед лабиринтом. Дедал, расскажи герою про лабиринт. Дедал! Дедал! Его увлекла царственная чета. Жаль. Ну ладно, мы сами тебе все покажем. Вот тут, именно здесь, и знаменитый герой из Афин, тебе предстоит совершить свой подвиг. Мы сможем описать его как величайший подвиг нашей эпохи, если тебе это удастся. Я берусь воспеть его. Вперед! Герой, тебя ждет чудовище. Подожди, герой, ты еще не готов. Тебя ждет страшный минотавр. Не спеши, герой, это непростое чудовище. Это такое страшилище. Ужаснейший монстр. Нечто неописуемое. Что ж, я готов. Нет, ты еще не готов. Ты еще не посвящен в суть проблемы, Минотавр. Если я сражаться, я убью его. Убить еще не значит победить. Я уничтожу его. Уничтожить еще не значит преодолеть. Я сокрушу его. И ничего не добьешься. Я раздавлю его. Этого недостаточно. Я обращу его в пыль и развею по ветру. Вот-вот. Но это еще далеко не то, чего ждет от тебя человечество. Минотавр – это тайна, загадка.
Посмотри туда. Ты видишь эти загадочные изображения? Я вижу позолоченные рога. Ты слышишь? Тирс, он видит одни рога. О, знаменитый герой, рога. Если б дело было только в одних рогах. Пойми, пойми, о знаменитый герой, что рога – это в сущности аллегория. Никто из нас никогда не видел Минотавра. Если бы не государственные обстоятельства, можно было бы допустить, что его вообще нет. Как это нет? Что ты говоришь? Я говорю, что это аллегория. Как аллегория? Тогда зачем я здесь? Он поэт и во всем видит одни аллегории, поэтому он слеп. Но и ты слеп. Почему же слеп ты? Герой, слепота бывает настоящая и аллегорическая. Кажешься. Если человек видит во всем аллегорию, он аллегорически слеп. Если же он не видит во всем аллегорию, он аллегорически зряч. Именно такого рода слепотой страдает наш друг Аэд. Это самая настоящая слепота. Что же касается Минотавра, то видеть в нем одну только аллегорию было бы преступной недальновидностью. Наш друг не имел в виду ничего похожего. Под аллегориями я подразумевал аллегорические изображения. Вот это правильно. Аллегорические изображения, как видишь, их два. И Минотавров, в сущности, тоже два. Дважды два. Их два. Один из них – это тот, о котором ты привык думать. Тот, которого ты как бы видишь своим внутренним взором. Мы здесь называем это внешним Минотавром. Да, для непосвященных это и есть известный критский Минотавр. В таком виде он присутствует на наших праздничных драматических представлениях. И даже в детских играх. Вот-вот. Победа над таким внешним Минотавром остается, конечно же, аллегорией. Но есть и второй Минотавр. И тебе придется иметь дело с другим. Это иной Минотавр. Это таинственное чудовище. Это страшилище. Это кошмарный монстр. Свирепейшая тварь. Это и есть тот несомненный Минотавр, с которым тебе предстоит сразиться. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Это воплощенный ужас. Имя ему – страх. Это он настоящий Минотавр. Внутренний Минотавр. Он везде. Он всегда был и всегда есть. Он в нем, он в тебе, он во мне. Сразиться с ним – это все равно, что сразиться с самим собой. Готов ли ты сразиться с самим собой? Я готов. Ой, убивают. Да что это такое? Что за наказание? Караул! Что это за чучело? За что?
что я тебе сделал? Я ни в чем не виноват. Я уже свое получил. Отстань. Оставь его, Тисей. Совсем взбесились. Что это за монстр? А? Что это за чучело? Что за трус? Оставь его. Он же покойничек. И это наш практикующий экзистенциалист. Не гневайся. Ты гневаешься. Как тебя зовут? Ты гневаешься. Что это за кошмарный тип? Не трогай его. Это еще одна наша достопримечательность. Мертвая душа. Покойничек. Отбывает на нашем острове посмертное наказание. Так что не гневайся. Да-да, не гневайся. Гнев – плохой советчик. Посмотри на меня. Прекрасное положение, которым я здесь пользуюсь, как раз и есть результат необдуманного гнева. Гнева Всевышних. Знаешь, давным-давно, в прошлом, я был жив и вращался в прекрасном обществе среди богов. Я был окружен богами. И вдруг они ужасно на меня разгневались и наказали. Вот видишь, теперь, после смерти, они наградили меня камнем. В виде кары. Ну, ужасная кара. Но гнев, как я тебе уже говорил, плохой советчик. Посмотри, что из этого получилось. Они обеспечили мне бессмертие на Крите. Смотри на меня, я вольная птица. Ничего не жду, ничего не хочу. И ни на что не надеюсь. В гору я его качу, а с горы вот своим ходом. А пыль столбом, грохот, всеобщий восторг. Интересные встречи на этой почве. Вот с тобой, например. Сизиф, ну не кощунствуй. Да что с меня возьмешь? У меня всего-то и есть, что этот камень. И я его вам не отдам. И что мое, то мое. Свое сами берите. Мое мне оставьте. Держите при себе. Черт знает что. Не кощунствуй. Что такое? Мое наказание. Моя награда. Не отдам. Тирс, мы попусту тратим с ним время. Пойдем, Тисей. Пойдем, герой. Мы еще многое должны тебе показать. Не понимаю, что у вас здесь происходит. А мы тебе объясним. Мы объясним тебе. Уводят Тисея. Что у вас здесь происходит? Что такое? Кидаются на людей с обнаженным мечом? Как на собак. Я же мифологический герой. Я труженик. Тружусь день и ночь. Это же адская работа. Упираюсь, как лошадь. Выматываюсь, как собака. Это же каторга. Это же Сизифов труд. Обижают бедного труженика. Это ты-то труженик? Я. Мастер, я. Ты бы себе хоть крышу над головой построил. Я вольный каменщик. Ничего не строю. Боги позаботились обо мне. Безоблачное небо Крита над головой. Вот моя крыша.
Безоблачное, говоришь? Ха-ха! Скажи-ка лучше, не видал ли ты Икара? Пора бы ему уже и вернуться. Не беспокойся, они его вернут. Видал, как твой царь его утопил. Ха, смотри, они еще устроят ему пышные похороны. О, мальчишка! Он когда-нибудь доиграется. С Миносом шутки плохи. Да он же пьян от любви. Все идет как надо. На этот раз у меня получилось неплохо. Более того, о великий царь! Что скажешь, Тирс? Великолепно. Лучшего повода для траура нельзя и придумать. Я распорядился развесить повсюду траурные флаги. Бедный Икар. Мы все перекрасили в черное. А что Дедал? Скорбит в одиночестве. Это он зря. Он в твоих руках. Может быть, дадим ему корабль с черными парусами. Да, кстати. А что с кораблем? Им заняты доверенные лица. А этот молодой человек из Афин оказывается очень впечатлительный юноша. Он так и рвется в лабиринт. Все герои ведут себя одинаково. Но государственные дела не терпят отлагательств. Займемся государственными делами, я хочу знать. В каком положении наша государственная казна? Говори, Аэд. Твоя казна полна до краев, о великий царь. Так. А чем она полна до краев? В прошлый раз вы тоже говорили, что она полна до краев, посмотрели, а она, оказывается, полна до краев, Бог знает. На этот раз она полна до краев деньгами, о великий царь. Какими деньгами? Золотыми, медными, железными, кожаными и перламутровыми. По недосмотру попало несколько серебряных монет. А почему так мало? Да, ты же сам приказал не брать серебра. Я приказал не брать серебра, если можно взять золотом. Ага, золотом. Все золото Крита в твоей казне. А серебро из-за нашей крутой меры настолько упало в цене. А каких денег в казне больше всего? Основной фонд составляет кожа. А нельзя ли теперь просто обменять кожу на подешевевшее серебро? Но тогда кожаные деньги упадут в цене, а серебро снова подорожает. А нельзя ли таким же образом, способом поднять цену на кожу? А так придется скупить всю кожу на острове. Так мы и сделаем. Можно? Можно. Только я не советую. Почему? А что такое? Грызут. Как? Крысы. Грызут кожаную валюту. Их следует уничтожить. Тирс, проснись! Когда это прекратится? Что прекратится?
Я спрашиваю, когда прекратится эта крысиная возня? О, царь! Внутреннее положение в государстве жиждется на совокупности тончайших равновесий. И крысы представляют в этой совокупности, пусть малозаметный, зато существенный фактор. Поэтому, если ты помнишь, мы положили их навсегда сохранить. Они поедают разную падаль, трупы, мелкую нечисть, всякую гадость. Они удивительно небрезгливы, легко поддаются дрессировке, согласны на любую работу, беспрекословно выполняют всевозможные поручения. За ничтожное вознаграждение они готовы... Терзь, что ты говоришь? Да я просто хотел дать понять, что все можно списать на крыс. Эти неприхотливые создания проникают повсюду. В нужный момент, если понадобится, о великий царь, их смогут обнаружить на корабле нашего гостя. Черный день, повсюду смерть, хаос, все рушится. Он закружил все на своем пути, он обрушился на нас, как смерч, как внезапная буря, как землетрясение. Вы слышали этот ужасный грохот? Он пронесся мимо меня, как разъяренный бык, весь в огненных вихрях. Он оставлял на собой груды щебня. Его путь был выслан прахом и гравием. Перед ним двигался огненный столб. Я едва успела отскочить о наши двери и окна, наши ворота и ограды. Я еле ноги унесла. Уйди, Пасифая. Но он раздавил двух твоих стражников. Уйди, Пасифая. Но он уничтожил твою статую Минос. Он отбил ей нос. Что за наказание? Наши драгоценные амфоры. Вино льется рекой. Мое благоуханное критское вино. Нет, это становится невыносимо. Куда смотрят боги? Давно пора бы им перевести этого пьяницу с нашего острова в какое-нибудь безлюдное место. О, пусть они отправят Сизифа на Кипр вместе с его камнем. От него тут одно беспокойство. Он совершил... чудо! Ты говоришь чудо? Чудо! Свершилось чудо, Минос! После того, как Сизифов камень раздавил двух твоих стражников, сокрушил ворота, не оставил камня на камне от ограды дворца, разбил твою статую, вдребезги разнес винный погреб, прокатился через фонтан золотыми рыбками. Мои бедные золотые рыбки. И понесся по садовой тропинке, ломая скамейки и беседки, занося ручьи песком и разрушая искусственные водопады. По садовой тропинке туда, там на его пути оказалась твоя бедная и дряхлая кормилица. И тут она, глухая и немая от рождения, заговорила. Так что же она сказала-то, а? Милостивые боги, какой огромный камень!
Уйди, Пасифая. Нет, это положительно невыносимо. В тронном зале стало невозможно заниматься. Пойдем, Тирс. Пустимся в нашу внутреннюю канцелярию. Что это значит? Минос. Где царь? Отвечай, Пасифая. Я должен видеть Миноса. Что означает этот траур? Траур по тебе, сын мой. У тебя есть мать. О, твоя бедная мать. О, зачем я его родила? Тисей, Тисей, мой бедный мальчик, ты погиб. Опомнись, старица. Оставь свой нелепый страх. Я здесь для того, чтобы всех вас избавить от него. Я уже избавил мир от многих чудовищ. Минотавр всего лишь еще одно. Эти руки, царица, готовы сломать ему хребет, у Пасифая. О, ужас! Я освобожу Крит от этого ужаса. Я сверну ему шею. О, страшная бездна! Свергну в нее ваше чудовище. О, несчастный, ты видишь, весь Крит облегся в траур. Я! Стоны, рыдания, причитания и плач женщины рвут на себе волосы. Мужчины посыпали головы пеплом, земля содрогается, реки вышли из берегов, черные плики выкликают мрачное пророчество. Ой, я несчастная, зачем? Зачем? Опомнись, царица. Повсюду смерть, всюду хаос, все рушится. Он крушит все на своем пути. Он обрушивается, как смерч, как внезапная буря. Он несется, как разъяренный бык, весь в огненных вихрях. Его путь выслан прахом. Огненный столб кружится перед ним. О, черный день, о, Боги. Зачем я его родила? Царица! Беги, мой мальчик, беги! О, мои бедные, бедные золотые рыбки, мои бедные рыбки! Угу. Страх лишил ее разума. Таран готов? Ядра на месте! Луки натянуты? Копья наточены. Щиты надраены. Смола кипит. Дрова горят. Забрала заделаны. Крючи загнуты. Дреколье уложено. Все улажено? Тисей. Я должна сообщить тебе нечто важное. О, Ариадна. Мой Тисей. О, ты видела этих воинов? Послушай, Тисей. О, могу себе представить, какая у них армия. Послушай, Тисей. О, я готов слушать тебя. О, прекрасный Ариадна. Послушай, Ариадна. Послушай, Тисей. О, Ариадна, я счастлив, что встретил тебя на этом острове. Твоя несравненная красота вдохновляет меня на подвиг. Твои прекрасные сверкающие глаза будут освещать мой путь в непроницаемой тьме подземного лабиринта. Послушайте, Сей. А я совершу этот подвиг во имя тебя. Ты будешь моей наградой. Мне не нужно другой награды, кроме твоей любви. Я ждала много дней. Я спешил к тебе по бурным волнам Лазурного моря. Моя душа рвалась к тебе. Я летел к тебе на всех парусах.
Я все глаза проглядела. О, как они чудно сверкают. Тесей, бежим. Ариадна. Все обман, все ложь. Они погубят тебя, Тесей. О, мой Тесей, где твой корабль? Бежим, уплывем отсюда немедля. Мы уплывем отсюда сегодня. Крит мне не по душе. Я убью Минотавра, и мы покинем его немедленно. Но, боги, какой Минотавр? Все ложь. Ты не понимаешь, это сплошной обман. Ты не слышишь, что говорят в народе. Народе. Говорят разные. Например, что твоя мать родила его. Народные сказки. Все это ложь. Никакого Минотавра нет. Это Дедал построил по их приказанию пещеру ужасов. Я сразил тьму, чудовищ. Сражу и это. Это ловушка. Я разрушу ее. Я разрушу ее, а предателя повешу на воротах. Ты не знаешь всех его хитростей. Это ведь он изобрел Бурав. Никто и ничто не устоит перед этим мечом. Нет, ты их не знаешь. Ты даже не можешь предположить, что тебя ждет. Мы должны бежать сейчас. Они опозорят тебя. Это позор. Герой не может отступать. Мой долг — сражаться и победить. Ну, как он долгий, ты говоришь. Это обман, это призрак, это пустая тень. Умоляю тебя, бежим! Это неслыханно. Хватит. Я немедленно бегу в лабиринт. Бежим на корабль! В лабиринт! Стойте! Держите его! Кого? Куда? Он убежал! Он бежит от меня! Никуда он не денется! Далеко-то не убежит! Он помчался в лабиринт! Ай-яй-яй-яй-яй! Как несвоевременно! А вот почему ты его не удержала, а? Я держала! Умоляла! Молила его остановить его. Я погибла. Увы, его нужно немедленно остановить. Нужно сообщить Миносу. Минос! 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 Самоходная проща, пневматическая катапульта, мои изобретения. Неплохо, не дурно, но в этой голове есть штуки и похитрее. Траур объявил. Ух, старая лиса. Как это у него
всегда так ловко совпадает. Неисчерпаемый кладезь хитростей. Великий царь козней умеет схватить тень голыми руками, но Икар ему не достанется. Пора бы ему, правда, вернуться, давно пора. Икар! Выходи! Я здесь один! Путь свободен! Всемогущие боги, помогите мне свершить мое правое дело. Боги бессильны перед моим искусством. Что? Что перед тобой? Прочь с дороги, изобретатель Бурава. Бурава, говоришь ты? Я изобрел не только Бурав. Посмотри на эту блестящую военную технику. Вот, например, катапульта. Одним снарядом она топит корабль. Вот роща действует сжатым воздухом. Поражает невидимые цели. Вот самоходное орудие, таран. Это выдумки для трусов. Мое оружие, меч и отвага. Да, меч хорош для таких храбрецов, как ты. Ты думаешь, что тебе предстоит обычная схватка с равным по силе? Ха-ха. Не заблуждайся. Трусливое животное и носу не покажет из лабиринта, не надейся. Я выволоку его оттуда. Из лабиринта. Ха-ха. Ты думаешь, я построил лабиринт ради этой жалкой твари? Так ради чего? Лабиринт – это воплощение великой государственной идеи. Лабиринт – это весь Крит, который я перерыл и превратил в кротовую нору. Его тайники, подвалы, его коридоры и тупики, все его подземные недра – не более чем убежище для этого смешного монстра. Ха, Минотавр – ничтожная, трусливая тварь, лабиринт. Вот единственная реальность. И с этой реальностью ты не можешь сражаться. Сказки для народа. Мой меч не знает преград. Варварство. Да, глумливая тварь, мерзкая абразина. Я сдеру с тебя все личины. Я явлю миру твое отвратительное нутро. Опять?
Да что такое? Да оставьте меня, наконец, в покое. Сотру тебя в порошок. Со всех сторон угнетение и разбой. Согнув бараний рог. Что это было? Что это? Минотавр! Минотавр! Дедал, как это понять? Ты меня спрашиваешь? Не я распоряжаюсь здесь траурными церемониями. Какая прыть? Лизав, ты видел, какие у него перышки? Остановите его! Педал, это твоя работа? Ты мне за это ответишь. Знаю я, чья это работа. Ты мне за это заплатишь. Что происходит? Минотавр! Они дерутся! Полегче, полегче. Тесей, возьми секиру. Двинь его лопатой. Лопатой между рогов. Минос, посмотри, у него же пыльчая голова! Он убьет его! У него рога! Минос! Какие у него рога? Золотые! Сколько у него ног? Две. Копыта? Обут в кожу. А хвост? Хвоста нет. Ну, а руки-то есть? У него два крыла. Сколько? Два! Два крыла. Туловище какое? Туловище человеческое, обыкновенное. Шея? Шеи не вижу. А это он мычит-то? Ты что, не слышишь? Лови его! Эту! Даюсь. Ленон, смотри! Это наш Икар! Я же тебе говорила! Какая аллегория! Намение времени. Мы с тобой в расчете, великий царь. Хочешь посмотреть в трубу? Дедал, мы с тобой прекрасно друг друга понимаем. Эсей, поздравляю с небывалой победой. Неслыханный успех. Ха, какая отвага, какая ловкость, какое умение владение приемами схватки. А я в восторге. Какая техника. Я убью тебя. Эсей, ты не для того здесь, чтобы сражаться с детьми моих подданных. Жалкие комедианты. Полегче. Полегче. А почему ты здесь? А где мне быть, как не здесь? На Кипре. Минос. Я так привык к вашему острову. Я так привязался к Дедалу. И вот в изгнании, в безлюдное место, в пустыню, на Кипр, из-за ничтожной провинности. О, жестокосердечный, шуток не понимаете. Да что такого я сделал?
лишить меня обычной трудовой деятельности. Камень отобрали. Минос. Минос, умоляю тебя, оставь меня здесь. Царица, ломай его. Ну, проси. Я буду тише травы, ниже воды. Пардон, я буду тише воды, ниже травы. И вообще, я тут ни при чем, это камень виноват. Я честный тружник, я единственный подвижник. Только я и изображаю последнюю полезную деятельность на твоем острове. И за что такое наказание? Верни мне мой камень, Минос. Это не в моей воле. О! Хвали богов! Жалкие комедианты. Нос, этот Сизиф такой забавный. Я буду скучать без него. Умерь свой гнев, пусть он останется. Да, Минос, пусть он останется с нами. Ведь это наше... живая достопримечательность. Оставьте. Я подумаю. Подойди сюда, Икар. И ты, Дедал. Икар. Замечательная схватка. Дедал, твой сын держался, как храбрый воин. Икар, ты вел себя, как мужественный солдат. Дедал, твой сын, обещает стать блестящим офицером. Икар, я награждаю тебя званием, этим высоким званием. Дедал, ты можешь гордиться своим сыном. Икар, ты будешь... состоять при нашем государственном совете. Хвала герою! Хвала нашему юному герою! Он еще слишком молод. Мальчишку в государственный совет. Дедал, ты вечно всем недоволен. Я повелеваю объявить всеобщее ликование. Но мы объявили уже всеобщий траур. Дедал, а почему ты не в трауре? Я не успеваю переодеваться. Объявите ликование. Тирс, распорядись. Скажите народу, смените знаки. Мой царь, государственная необходимость диктует нам известные обычаи. Она повелевает избегать слишком резких поворотов. Мы не можем так поступать без ущерба для внутреннего единения. Знаки мы оставим прежние. Ликование возникнет само по себе. Мы разработали эффективные способы для осуществления подобных метаморфоз. Чуть-чуть подтянем флаги, шепнем два слова музыкантам, выкатим 2-3 лишних бочки. Барабанщики понемногу ускоряют ритм, плакальщицы утирают слезы, вступают флейтисты. Девушки расплетают траурные венки на благоухающие букеты. Воины оставляют строй и, смешавшись с толпой, пускаются в радостный пляс. Все происходит естественно. Какая прелесть! Минос устроил ликование! Икар, ты заслужил. Мы объявляем ликование в твою честь. Ликование! Ликование! Рано вы ликуете. Мне нанесено тягчайшее оскорбление. Я объявляю вам войну.
Икар, какой шлем, какой щит, какой меч, какое копье, какие перья, какое вооружение, как ты красив. Ты выглядишь как настоящий герой. Как ты меня напугал. Эта бычья голова, эти рога. Какой тебя произвели чин? Скажи, ты правда был в самом лабиринте? Лабиринт. Отцовский хитрость. А как ты там оказался? Я влетел туда на крыльях любви. О, Икар! Да, на крыльях любви к прекрасному Криту. Ты блуждал в мрачных подземельях. Да, в темных пещерах. И ты ходил по темным коридорам. И упирался в мрачные тупики. Ты попадал в ужасные капканы. Да, страшные волчьи ямы. Ямы на отравленные колья. За кого ты меня принимаешь? Что ты вообще понимаешь? Это же отцовские хитрости. Расскажи, расскажи, Кар. Вначале я поместил себя в этот царский плавный квадрат. Именно по пунктирной линии. Видишь эту пунктирную линию? Ах! Икар! И вступил на обманную лестницу. Я обогнул ее по ложному ходу. Уперся в тупик. Уселся в каменный мешок. А что тут долго рассказывать? Этот наглец Зафин стал меня оскорблять. Угрожать мне. Если бы мне не мешали крылья, я бы с ним разделался. Конечно! Конечно, Икар, ты настоящий герой. Весь Крит ликует. Я ликую, я люблю тебя. Ты ведь любишь меня, Икар. Оставь Ариану. Но ты клялся. За чего стоят детские клятвы? Ох! Жестокосердный Икар! Я воин. Меня ждет блестящая карьера. У нас война на носу. Отец! Отец! Я в восторге! Уйди, Ариадна! Придется заняться государственными делами. Как это все не своевременно. Он объявил нам войну. Что скажут мои советники? Луки натянуты. Копья наточены. Щиты надраены. Колья отравлены. Ямы вырыты. Рвы заполнены. Цепи скованы. Мечи обнажены. Смола кипит. Дрова горят. Дым столбом. Пар шипит. Довольно, хватит. Не то, не то и не то. А ты, Дедал?
Все надежно замаскировано, великий царь. Все укрыто, припрятано и перепрятано по нескольку раз. Все скрыто и засекречено. Ни одного видимого объекта. Все невидимо. Все под землей. Все наши тайны под водой. Танцы в воду. Ни одного натурального ориентира. Искусственный ландшафт безупречен, низменности приподняты, высоты занижены, пустыни покрыты зеленью, леса вырублены и выкорчеваны. Декоративная флора заменила естественную фауну. Климат функционирует непроизвольно. Благодарю тебя, мой мастер. А ты... хочешь что-то да сказать? Сидите в порошок. Постой, постой. Говори, Аэд. Герой из Афин хочет войти в историю. Он думает, что война против нас войдет в историю. Он надеется стать исторической личностью. Он полагает, что история складывается из историй об исторических личностях. Очевидным образом сказывается отсутствие исторического опыта. Опыт истории... Что бы ни твердили историки, все уроки истории наглядно показывают иную закономерность. Законы истории сами лежат вне исторических событий. Дух истории свободно парит над усилиями отдельной исторической личности, и ей исторически не подвластен. Все свидетельствует о том, что эта история совершенно не должна нас касаться. Титерс! Наша задача лежит вне этого плана. Наша проблема не входит в эту антитезу. Наш вопрос не заключен в эту версию. Наша контрверсия углублена в другом направлении. Развить еще не значит усугубить. Убедить еще не значит опровергнуть. Разоблачить – это еще ничего не значит. Весь наш государственный опыт убедительно свидетельствует в нашу пользу. Дедал! Идет война. К войне мы готовы. Мы готовы воевать, отступать и наступать, нападать и обороняться. Мы готовы и к длительным осадам, и к внезапным штурмам. Мы наносим лобовые удары и заранее подготовленные атаки с тыла. Наше военное искусство совершенно и безупречно. Наша техника находится в постоянном движении. Она совершенна, постоянно совершенствуется и непременно и непрерывно самоусовершенствуется. Она все время действует. Идет война. Постой, Кар. Постойте, постойте. Он объявил нам войну. Он объявил нам войну. А мы объявим ему мирные переговоры. Минос, это гениально. Это восхитительно. Ты превзошел всех. Мирные переговоры? Да, мирные переговоры. Мы отправим к нему посольство. Моя дочь будет парламентером. Ариадна!
Вероятно, мы постановили тебе поручить государственное дело чрезвычайной важности. Ты немедленно найдешь Тесея и объявишь его мирные переговоры. Он не должен уйти от тебя. Найди его, удержи и приведи. Постой, постой. Икар, не забудь, что ты наша дочь. Никому ни слова. Держи карман шире. За словом в карман не лезь. Лови его на слове. Слово не воробей. Поймаешь его. Иди. Постой. Да. Приведи его сюда. Мирные переговоры. Самое подходящее занятие для этого труса. Объявил нам войну. Да его уж след уже давно простыл. Драл, убил. Мой юный муж совета. Он не птичка, чтобы упорхнуть с Крита. Наши доблестные доверенные лица позаботятся об этом. Терс, я надеюсь, что все исполнено. Все будет. Ты можешь быть спокоен. Все будет выполнено, Минос. От корабля героя мы оставили ему один лишь якорь. От нас не уплывешь. Он не уйдет от меня. Конечно. Он никуда от тебя не уйдет. Пойди проверь караул. Скажи, Дедал, ты все еще хочешь получить корабль? Низкие заговорщики, где мой корабль? Где корабль, Аэд? Стоит на якоре. Где? На якоре, на цепи. Где же еще? Кто посадил его на цепь? Это морской обычай. Кто из вас говорит? Я говорю. Я спрашиваю, где мой корабль? Где его корабль, я спрашиваю? Где же его корабль? Где его корабль? А? Где корабль? Да нет у меня корабля. Где мой корабль? Ах, твой корабль. Подожди, герой. Не горячись. Сядь. Спешить некуда. Я требую вернуть мне корабль немедленно. Подожди. Это корабль с косыми парусами? Косыми. С низкой осадкой? С высокой. А, с высокой. Подожди. А мачта была? Что? Ну, как же без мачты-то? Одна мачта? Одна. Одномачтовый корабль с косыми парусами и высокой осадкой. Да, мой корабль. Подожди. Значит так, одномачтовый корабль с косыми парусами и с высокой осадкой. Вопросы есть? Что же это такое? Ой, все это мне надоело. Я вас спрашиваю, где его корабль? Он демонтирован. Как? Пришлось разобрать. Объясни, как разобрали? Сначала спустили паруса. Сняли мачту. Разобрали палубу. Убрали борта. Рассыпали каркас. Кто вам позволил? Это жестокая необходимость. Он же дал течь, Оминос. Крысы! Они проели огромную дыру в днище. Да у меня на корабле никогда не было никаких крыс. А у нас на Крите их великое множество. Низкие заговорщики, дайте мне любой корабль. К сожалению, у нас нет другого корабля.
Мы никуда не плаваем. Ты не отчаивайся. Наши знаменитые мастера к твоим услугам. Они позаботятся о тебе. Не правда ли, Дедал? О, да. Не огорчайся, Тесей. Мы построим тебе корабль. Я сам построю. Мир еще не видал такого чуда. Сооруженный из благороднейших металлов и драгоценнейших пород дерева, он гордо выходит из самой морской пучины. Видишь, как он выходит, Тесей? Вокруг вихри, волны, водовороты. Смотри, как он устойчив, как он легок, с какой спокойной уверенностью преодолевает он ветры и морские течения. Его борт и фальшборт неприступной стеной возвышаются над ватерлинией. Ему не опасны ни мели, ни подводные камни. Его колеса позволяют ему преодолевать любые мелководья и сушу. Он может взлететь на неприступные скалы и утвердиться на них, как могучая крепость. Эта могучая крепость на колесах покоряет пустыни и неприступные болота. Мощная система защиты делает его неуязвимой, а защитная маскировка вообще невидимой. Не слышно ни скрипа весел, ни трепета парусов, ни предсмертного стона раненого соратника. Невидимым, неслышимым, неосязаемым он покоряет все пространства. Он сочетает в себе все достоинства военного корабля с изысканной комфортабельностью благоустроенного жилища. Благоуханная музыка разноцветными волнами струится из невидимых мест. И ты, Тесей, ведешь этот корабль вслед за порывами своего отважного духа. Не надо музыки. Музыки не надо. Герою нужно вооружиться. Тесей, ты воин? Вооружен ли ты, герой? Готов ли ты сражаться? Вот мой меч. Прими его, Тирс. Готов ли ты наступать? Вот мое копье. Прими его, Аэт. Готов ли ты защищаться?
Вот мой щит и шлем. Когда выступает герой, мир трепещет. Гудят небеса и содрогаются недры. Рушатся скалы, пылают города, горят мосты и реки, меняют русло. Стон и вопли, рыдание и плач. Счастье и ликование. Герой не знает преград, он отступает. Нападая, он защищается и атакует. Победа ведет его за одну руку, высокий долг за другую. Ужас мчится впереди него, страх его сопровождает. Мы следуем за героем, подаем ему оружие, наши священные мечи и копья, наши ритуальные топоры и секиры, наши несокрушимые панцири, наши неуязвимые щиты, наши непробиваемые шлемы, все наше государственное вооружение служит герою. Наши женщины перевязывают герою раны. Ты идешь, герой? Ты сокрушишь Минотавра! Ариадна, проводи героя. Герою нужен отдых перед решающей битвой. Минос, меня послали к тебе все женщины Крита. Они просят мира. Прекрати эту ужасную войну. Опять сидеть в мрачных подземельях на хлебе и воде. Отказывать себе во всем необходимом. Перевязывать раны. Утешать обездоленных. Отделять неутешных. Переносить все тяготы. Осушать море слез. Когда же это наконец прекратится? Мы хотим танцевать! Минос, перестань! Минос, мы тебя умоляем! Хочешь, я встану перед тобой на колени? Не надо, уйди, Пасифая! Мы объявили ему мирные переговоры! Последняя проща, Тирс, и все готово. Ничего не забыто. Топор, секира, топор, секира, топор, секира, шлем, шлем, топор. Все в порядке. О боги, мы готовы. Привет, Минос. Я вижу,
мирные переговоры прошли успешно. Противник вооружен до зубов. Все на местах. Все по местах. Я снова с вами. Благодарю тебя, Минос. О, боги, мы готовы. Ты готов, герой. Сейчас по сигналу священного рога ты войдешь в лабиринт. Ты входишь в лабиринт простым воином. Ты выходишь из лабиринта народным героем. О боги! Он входит в лабиринт. В лабиринт. Он исчезает во тьме лабиринта и возвращается, как ослепительный свет. О боги! Он возвращается. Невидимый сам, он сражается с невидимым, но возвращается явно. О боги! Мы видим! О, боги! Мы видим! Минос! Мы видим! Слепцы! Прозрели! Какая пышная церемония! Минос, верни его! Довольно бессмысленных жертв! О, Минос! Минос, верни его! Он возвращается! Бедный юноша, я верну его! Минос, что же ты ему рогов не оставил? Эй, старцы, несите ему рога! Скорее! Еще можно его догнать! Да-да, вперед, спасите его! Минос, посевая, что же такое творится? Прямо так в лабиринт. Все вам просто. Почему не обстреляли заранее? Где военная техника? Дедал, а где кипящая смола? Сидив, как хорошо, что он вернулся. Минос, у тебя же столько техники. Пожалей мальчика. Минос, во имя наших детей. Верни мне мальчика! Дедал, у тебя ведь тоже есть дети. Останови это кровопролитие. Минос! Какое варварство! В цивилизованном мире уже 1000 лет никто не приносит в жертву людей. И что я вижу? Людоеды, каннибалы, антропофаги, троглодиты, пещерные люди, ужасные нравы. Я глубоко и искренне возмущен. Минос, давай оставим эти... обыкновение. Неприлично. Видишь, все нас просят, пусть лучше мальчик разводит для нас цветы. Минос,
Хорошая мысль. Цветочки пусть поливает. Устроили пустыню на благодатном Крите. Сплошные редуты. Человеку присесть негде. О, великодушный Минос! Тесей, дитя мое, ты вернулся, я плачу от счастья, Минос. Осуши материнские слезы. Больше этого видеть. Я ухожу. Я не в состоянии этого выдержать. Уйдем отсюда, мой юный друг, пока твое сердце еще окончательно не очерствело. Покинем этот вертеп. Увы. Увы, мне черствое сердце молчит. О, боги, да почему же я должен это все видеть? Что за наказание? Не могу на это смотреть. Я ухожу. Проливают кровь невинных младенцев. Лучше бы напоили их молоком. Женщины. Он вернется. Дайте ему грудь. Низкие злоумышленники. Кровавые комедианты. О, почему я не на Кипре. О, боги, лишите меня разума. Закройте мои глаза. Все пропало. Все в порядке. Всему конец. Все в порядке. Хватит. Прекратите этот балаган. Наконец-то мы сможем спокойно заняться государственными делами. Все ли у нас готово? Все ли у нас обеспечено и благоустроено? Все ли у нас и вправду так хорошо? Как мы предполагаем. Что скажут мои мудрые советники? Что посоветуют наши искусные мастера? Чем порадуют нас доблестные женщины? Наша молодежь, как всегда, впереди. Крит – школа героев. Лучшая школа мужества – институт доблести – университет отваги, академия долга и верности. Мы видим нашу цель. Мы знаем, куда мы идем. Он вернулся. Минос, посмотри, на кого он похож. О, мой мальчик. Минос, посмотри, на него. Его нужно отправить домой, в Афины. Дай ему корабль. Ну что, Дедал, дадим ему корабль? О, великий герой! А зачем тебе вообще
все уезжают из нашего прекрасного острова. Интернешнл Зум Театр представлял мировую премьеру «АХВ. Лабиринт или остров лжецов». Комическая драма 1967 года Анри Волохонского и Алексея Хвостенко. Предложение экранографии «Звук и вывод в сеть» Камиль Чилаев, Декарт. Участвовали Ирина Бровина, Нью-Йорк. Игорь Сатановский, Нью-Йорк. Сергей Пахомов, Берлин, Москва. Алексей Батусов, Тулуза. Людмила Гребнева, Москва. Стефан Ракович, Париж. Луиза Путов, Троя. Олег Осина, Париж. Пьер Шедевар, Версаль. Леонардо Гинзбург, сыном, Страсбург. Во время представления звучала музыка Олега Осины, фортепиано Алексея Хвостенко. Из диска «Говорящие птички» Игоря Сатановского, тенор-саксофон, программирование. А также Вольфганга Амадеуса Моцарта. Концерт 23 для фортепиано и оркестра в записи Марии Юдиной 1953 года. Камиль Чилаев играл на инструментах коллекции Тактивного и школы Нали. Визуальный ряд с использованием каллиграфических работ Сабины Жамге, компьютерной графики Игоря Сатановского и рисунков Камиля Чалаева, а также рисунков Алексея Бутусова. Консультант Лариса Волохонская, Париж. Издатель для нового литературного обозрения Илья Куклы, факультет славистики Мюнхенского университета. Дизайн афиши Николай Галутин, Москва. Компьютерная поддержка Даниэль Бевер, Женева. При поддержке Мили Хвалеса, объединение «Синий фантом» и Глеба Олейникова. Электротехника Станиславского и Бориса Юхананова, объединение артистов Декарта и Мишель Швалье. Интернешнл Зум Театр благодарит всех участников за работу, зрителей за внимание и поздравляет всех с Новым годом, дорогие друзья!